Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду делиться с вами своим рецептом хе из сельди. Так как мне нужно приготовить что-нибудь повкуснее и побюджетней, вот у нас на обед будет картошка и хе, поэтому я заранее готовлю. Я для этого взяла две сельди, морковь свежую, лук, одну большую луковицу, 5 зубочков чеснока, горький перец, соевый соус, масло подсолнечное, кунжут, уксус 9%, соль и сахар. И сейчас я буду разделывать сельдь на филе. Я ее очищу, уберу кости, делаю филе и буду продолжать дальше. Тяпистая получается. Очистила, промыла. Теперь вот хребет вытаскиваю. Разделяешь от костей? Да. Нарезаю сельдь на кусочки мелкие кости, я думаю, все промаринуется, все будет очень вкусно. Эту селедку я готовлю, конечно, разными способами. За столько-то лет семейной жизни потихоньку учишься всему. Ну вот это один из способов приготовления вот такой селедки хе. Я, конечно, замахнулась, может, что хе. Я не кореянка, то у них все очень вкусно. Так, сейчас что я делаю? Я это перекладываю в посудину. И вот у меня вот такой вот 9% уксус. Я заливаю для маринования. И вот так оставлю на полчасика, чтобы у меня промариновалось все. У меня маринуется сельдь. Чтобы простоя в моей работе не было, я тру морковь. Дотерла я морковь. Сейчас займусь луком. Так, я нарезаю лук. Лук я режу полукольцами. Я тут пока приготовлениями занимаюсь, пока у меня раскаляется сковородка, я нарезаю чесночок. Так,
поставила сковородку раскалить. Сейчас высыпаю сюда кунжут. Сейчас я его маленько обжарю до золотистого цвета. Без масла? Да, на сухой сковороде. Мне надо помешивать. Как семечки, да? Сейчас я его высыплю в морковь. Теперь я продолжаю дальше. Я примерно ложки 4 наливаю масло. Так, теперь что? Я сюда. У меня сковородка горячая же. Я сюда крошу вот этот вот перчик. Сухой у меня. Вот у меня полежал перец в масле. Масло горячее. Запажу. И перестаю обжаривать уже. Сильно, чтобы мягкий он был, мне не очень нравится. Он должен покрустывать. Все, я отключила. Сейчас немножечко остынет, я это все выложу на морковь. Добавляем сюда чеснок. Так. Теперь сюда добавляем лук. Он остыл. Я вот перец крошила, когда обжаривала. А вы регулируйте, потому что у меня будет очень остро. Сами поменьше кладите перца. Я вот здесь вот сельдь слила, чтоб и на сито положила, вот она стекла у меня. Сейчас я ее тоже сюда добавляю. Ложки 3 соевого соуса. Ложки. И буду вымешивать, промешивать. У меня тут вот усилитель вкуса. Он наверняка не очень полезный, но иногда же можно поесть. Усилиться, так сказать. Вкус усилить. Он мало жесткий, такой жесткий, как фиг знает что. Так ты еще усиливаешь, да? Тут такая острота. Я тут кончики ложки попробовала. А вообще, чье это блюдо? Корейское? Росхе, наверняка корейское. Ну, ребята жесткие корейцы, надо сказать. Такие блюда едят. Мужу моему очень понравится. Он не соленый, они горькое не любит. Ну иногда же можно покушать. Сейчас сварим картошечки. Так, значит, что я теперь сделаю с этим блюдом? Я так вот и оставлю в этой чашке, миске. Я сейчас закрою целлофановой пленкой. Придавила, перемешала, насколько была возможность. И закрою сверху целлофаном и поставлю. А зачем целлофаном? Целлофаном, чтобы не заветрилось и запаха не было в холодильнике. Чтобы и поставлю не... в холодильник часа на полтора. Это что, мы еще через полтора часа только будем кушать? Нашла
все имеет свойство заканчиваться. И не купила, взяла, вышла из положения, мешочек разорвала и прикрыла. Боль на выдумке хитра. Да. Сейчас вот так поставлю это все. Продолжение салата. Я тут уже переоделась, декорации сменились. Значит, он в холодильнике простоял 3 часа. Попробовала, вкуснятина неимоверная. Ну, я все расхваливаю. Сама же готовлю. Вот такой вот хе получилось. Сейчас буду пробовать при вас. Так, беру тарелочку. По-босяцки так наложила себе. Положила. Ну как? Сейчас рыбку еще. У меня слюни-то текут. Давай быстрее. Очень вкусно, я вам скажу. Что я хочу сказать? Дорогие мои друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. И до новых встреч. Всем пока. У нас еще кроме еды очень много всяких видео.